Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Trading. Сегодня мы с вами будем кидать баскетбольный мяч и посмотрим, как далеко нам получится забросить его. Но перед этим, смотрите, ребят, нам надо с вами, видимо, силу бега вот таким вот образом увеличивать, подбирая это все. А знаете что? Тут по-любому должен быть магазин. Хочешь получить робуксы, но не знаешь где? Тогда переходи на сайт RBX Camp. Здесь вы можете приобрести робуксы по очень вкусной цене. А еще у вас есть возможность выиграть их бесплатно, если вы поучаствуете в конкурсе в группе ВКонтакте или же на Дискорд сервере. Конечно же, туда вступайте. Обязательно переходите именно по моей ссылке в закрепленном комментарии и остерегайтесь мошенников. Смотрите, ребят, автоколлект у нас оказывается вот таким вот образом выглядит. То есть мы нажимаем, и он бегает у нас, подбирает все подряд. Ну, я думал, это будет работать как магнит. Ну, окей, ребята, давай. Да, подожди-ка, не понял. Давай-ка посмотрим. Вот, трипл эгг. Это что это? Ага, я понял, ребят, у нас геймпасики сделали вот таким вот образом. Так, а где у нас яйца? Яйца вот тут, ребят. Давайте, знаете что, мы сейчас с вами сразу же вот так вот все купим. Подожди, а почему 595 рубаксов стоит? Все, понял, ребята. Понял, тут на Ешку почему-то сделали трипл открытие. Ну, какие хитрые-то, а, разработчики? Ну-ка. И у нас команка вот такая вот пчелка получается. 80 косаре она дает. Ну, давайте посмотрим. Докуда... Ничего себе. Нифига себе, ребят, докуда я долетел. У меня 80 косарей стало с этой пчелкой. Так, 299 корон. Вы посмотрите. Жесть, как далеко я улетаю. Так, давайте мы с вами приобретем еще что-нибудь. Так, это короны, это все за короны. То есть, ребят, смотрите, мы, допустим, короны можем за 200 рубаксов 5000 себе купить. Давайте так и сделаем. Купим вот таким вот образом и откроем, ребят, погнали, ну-ка. Открываем и получаем комунку. Вот такую собачку, интересно, сколько она будет нам давать. Давайте посмотрим, 20 тысяч. И тем самым, ребята, у меня получается уже 100 тысяч. Ну, в принципе, прикольно, слушайте. 372 короны я получаю. Ну, я так могу открывать очень много. Слушайте, а сколько я могу? 6 питомцев могу я экипировать. Тогда, получается, мне сейчас надо накопить, ну, например, я не знаю, 10 тысяч, чтобы получить сразу 2, да? Интересно, а тут, наверное, еще... А, ну, геймпасы у нас, ребят, в другом месте. Вы посмотрите, как я лечу с баскетбольным мячом. Жесть, прикольно. Ну, интересненько, ребят, как далеко мы с вами вообще сможем допрыгать. Интересно, а вон там чувак, смотри, чё. Сколько раз он перелетает. Смотрите, ребят, у него получается 355 миллионов побед. Офигеть. Вот это жесть, ребята. Что-то прям слишком жесткий какой-то он. Нам надо с вами, получается, еще и подбирать вот эти вот ботиночки. Да, они нам дают скорость как раз таки, чтобы мы с вами хорошо летали. Интересно, а сколько у него скорости, раз он так перелетает жестко, ребят. Давайте-ка посмотрим. Мы вот таким вот образом можем, конечно, авто подбирать, да. Но лучше вот эти вот большие, смотрите, ребят, большие кроссовки мы подбираем и получаем намного больше. Блин, как-то это все равно очень долго, мне кажется, да. Вау, это что за пэты у чувака? Жесть, смотри, помнишь меня? Кто-то пишет. Офигеть, вы посмотрите, какие пэ... А откуда они такие? А, они, наверное, фьюзят, да, их? Ребят, возможно, это фьюз. Так, ну смотрите. О, вот. Два реберта и один реберт. А, тут еще и перерождение есть. Но надо 100 тысяч, ребята, у нас побед. Ой, не побед, а вот этих штук, да? Привет, Самир. Смотрите, мне пишет Самир. Привет, Фредди. Ну, привет, привет, привет. Как я тебя встретил? Ну, я просто зашел на сервер, и ты меня встретил. Смотрите, мы все ждем, когда же у нас начнется рейс уже, да? Вот так вот. Вот прям вот понедельник. Так, давайте, знаете что, я сейчас накоплю, значит, ну, я не знаю, 5000 мне надо, да, у меня 3200, в принципе, вы знаете, что можем сделать? Мы можем вот так вот задонатить 50 косарей, но, в принципе, мне кажется, мы сейчас эти сами 50 косарей сможем накопить, мы типа задонатили на питомца, и я думаю, этого вполне достаточно будет, ребят, потому что многие в комментариях пишут, слишком много донатишь, и типа, давай без доната, ну, ребята, я буду вот так вот немножечко донатить, чтобы ускорять немножечко процесс, да, и смотрите, ребят, мы даже, кстати, до середины не долетаем, мы долетаем до 300 тысяч всего лишь. Ладно, я буду вот эти большие кроссовки подбирать, большие кроссовки нам нужны, и смотрите, ну, в принципе, достаточно быстро мы с вами собираем, да, смотрите, ну,
типа было 101 тысяча, сейчас уже почти 102 тысячи. Так, ну ладно. Ну смотрите, я, кстати, каждый раз увеличиваю свой лучший результат. Ну-ка, давай. Сейчас лучший результат? Нет, ребят, но зато у меня 5 косарей. Поэтому мы давайте с вами идем. Кстати, смотрите, тут у нас различные мячи крутые. Блин, я хочу какой-нибудь крутой мяч. Блин, командка нам выпала снова, ребят. Плюс 20 тысяч получается, да? Вот так экипируем. Итого у нас уже 122 тысячи. Ну, сейчас мы будем побольше с вами фармить и чуть дальше пролетим. Ну-ка, давайте посмотрим. До 400 уже долетел, ребят. Неплохо, слушайте, теперь мне надо сделать 10 вот таких вот прыжков, чтобы купить себе питомца. Ладно, давайте я сейчас быстренько накаплю. И мы с вами откроем нового питомца. Смотрите, какой полет. Пэу. Ну что, ребят, смотрите, я накопил еще 5 косарей. Ну, блин, я хочу посмотреть результат. Вот сколько вот у этого Руссо получается скорости. Ууу, легендарка мне выпала, ребят. Ну-ка, это сколько процентов? Это 3,5%. Прикиньте, 3,5%. 70 тысяч она дает. У меня 192 косаря, ребят. Почти 200 тысяч. Давайте посмотрим, как мы сейчас с вами полетим. Ну-ка, прыжок. Интересно, до середины долечу или нет, ребят? Смотрите, дальше. О, 600 косарей. Я по 707, ребят, получаю. По 707 уже. Нифига себе. Блин, я хочу все-таки до конца долетать. Ребят, смотрите, мы с вами долетаем, в принципе, уже почти чуть дальше середины. И получается, мне надо примерно 400-500 тысяч, чтобы финишировать полностью, да? Смотрите, ребята, бэм, у меня уже 2 косаря. Так, у меня питомцев сейчас 4, нам надо 6. Давайте я накоплю сразу на 2 питомца, и мы с вами посмотрим, какая будет у меня максималочка, максимальная скорость. Давайте сейчас проверим это. Ну что, ребят, смотрите, я накопил 10 косарей. Давайте вот так вот подберем самые большие кроссовочки. И, ребята, я готов открывать 2 раза. 2 раза вот это вот яйцо и эпик. Слушайте, прикольно. Нам прям везет в этой игре. И еще легендарка. Да ты серьезно? 5% легендарка, ребят, что-то мне вообще везет. У меня 312 косарей. Кстати, поскольку я там по 50, по 60 уже получаю. Нифига себе, смотрите, какой буст. Блин, прикольно, слушайте, прям круто. Я подбираю, смотрите, ребята, потихонечку, и у меня увеличивается, так, окей. Давайте посмотрим все-таки, 312 тысяч хватит мне, чтобы долететь до конца или нет? Вау. Смотри. Блин, почти долетел, ребята. Мне вообще чуть-чуть не хватает. Вы посмотрите. Так, а сколько? Так, 20, 50, 70 тысяч. Блин, смотри, по 1100, кстати, я уже получаю. 80. Так, мне надо, получается, для фьюза еще 3 обычных питомца, ребят. Чтобы зафьюзить, посмотреть на их характеристики. Блин, я почти долетаю до самого конца. Реально, немножечко совсем не хватает, ребят. Смотрите, давай. Я не знаю, может быть, 330 тысяч нам надо с вами, ребят, чтобы финишировать, да, этот 1 миллион. Капец, посмотрите, я, кстати, даже не на третьем месте. На каком месте, я интересно? У-у-у-у. Я вообще, ребят, слабенький, вы посмотрите, реально очень-очень слабый. Типа 6 тысяч, я в середине сервера где-то. Я думал, я уже стал топом, а оказывается, нифига, ребят, подобного. Давайте тогда, знаете что, сейчас еще откроем 2 раза яйцо. Может быть, нам повезет с питомцами. И мы с вами все-таки сможем финишировать. Ну, реально, немножечко, чуть-чуть совсем не хватает, ребят. Я думаю, что мы с вами можем справиться. Давайте попробуем долететь так, мяу. И немножечко остается, ребята. Давайте сейчас откроем яйца. Ну что, ребят, я иду вот сюда. И мы вместе с вами сейчас будем открывать. Давайте посмотрим. Так, это у нас командка. Подожди, она сразу золотая, что ли, командка или что? А, нет. Ну, в общем, командка и рарка. Ну, командка и рарка. Ну, окей, типа норм. Давайте вот так оденем. И, в принципе, ну, рарка на 10 тысяч нас сделала быстрее, да? 322 тысячи. Ну, мне кажется, все равно нам немножечко не хватит. Давайте проверим, ребята, это. И посмотрим, докуда я смогу долететь вот таким вот образом. Давай. Может быть, долечу? Да блин, немножко не хватает, ребят, все равно. Ну, чуть-чуть мы усилились, но все равно немножечко нам не хватает. Ребят, если вам понравилась эта игра, то обязательно напишите об этом в комментарии. В следующем видео я пройду в новые локации, которые есть в этой игре, ребят. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.